А вот он, комплекс Инжу-Арена. Как видите, рядом строится какое-то здание, видимо, будет бизнес-офис, бизнес-центр. Неплохой цвет у комплекса. Так, вокруг территория. Да, уже дороги полностью сделаны, проложен асфальт. С этой стороны находятся мусорные контейнеры. Так, вон видно, люди выходят с этой стороны. Но сначала давайте покажем. Вот он, въезд в паркинг. Въезд-выезд. Пандус. Тут у нас идет указание. Инжу Арена, логотип. И вот такой вот вход. Видите, да? Бизнес-центр строится. Вот он, указан точный адрес. Орнбор 10/2. И вот можете увидеть, с этой стороны также присутствует стройка. Смотрите, какое количество кранов. Я насчитал около 12 кранов. Не считая, что здесь еще строится здание. С этой стороны также, с улицы Оренбург, есть въезд. Уже сделан полностью асфальт. Вот видите, асфальт уже полностью постелен. Так, давайте посмотрим, как выглядит входная группа. Вот там вход. Так, мы вошли в один из подъездов жилого комплекса Инжу Арена. Тут мы видим, сразу же идут почтовые ящики. Почтовые ящики у нас на замочках. Довольно простой вход. Давайте посмотрим дальше. Таким образом оформлен лифт Инжу Арена. Вот такая труба. Не очень хорошо выглядит. Далее у нас выход в паркинг. Ну давайте мы туда. Ну или давайте сразу посмотрим. А здесь же идут и лестничные пролеты. Вот так вот выглядят лестничные пролеты. Так. Вот такой паркинг. Вот он, въезд. Места обозначены таким вот образом.
вход. Также есть надпись, логотип Инжу-Арена. С таким логотипом установлены камеры. Здесь у нас такое не очень освещение, но в центре хорошее освещение. Давайте посмотрим, как выглядит другой подъезд. Ну, здесь у нас лифт не спрятан. Можно смотреть его. Вот такое обозначение квартир. Всего 9 этажей. Так, вызываем лифт. Панели деревянные, здесь уголки металлические, чего особенного нету. Смотрите, вот как сделан выключатель, как сделана плитка. Очень много косяков. Вот она пластика. И также посмотрите, как она запенена. Я вам сейчас вам приближу. Вот видите, да? Видно, как запенена пластика. Выглядит это вообще не очень хорошо. Вот так вот. Здесь видите, да? Очень много косяков. Также хотел вам показать. Ну, я вам показал в той входной группе, как труба, вырез для трубы сделан. Все очень неаккуратно. Так вот. Ну, давайте будем подниматься, лифт уже приехал. Итак, мы на 9 этаже. Жилого комплекса Инжу-Арена. Высота потолков не менее 3 метров. Кстати, вот такая вот трещина. Довольно-таки очень хорошая. Такие дырки. У нас вот такой логотип. Предусмотрено 2 замка. Деревянные двери. Спортивная тематика. Ну, само название комплекса говорит само за себя. Инжу-Арена. Арена. Везде свет срабатывает. Так. Всего 5 квартир на площадке. Как видите, да, здесь у нас пусто. Ничего нету пока. Также такие картины. Это, вернее, это даже полотна. Такое одно окно. Так, здесь тоже у нас есть косяк. Окно. Вот такие перила. Обозначение 8 этаж.
неплохие двери. Так, вот здесь вот тоже есть трещина. Также 5 квартир на площадке. Смотрите, вот как они выполнили здесь, а? Дырки. Это вон ходуном ходит. Так, вот она. Трещина тоже. Лифт, зона лифта оформлена вот таким вот образом на этажах. В принципе, как и на первом этаже, ничем не отличается. Итак, мы на втором этаже. Это этаж у нас, выход во двор. Тут также идут квартиры. И зона рядом с лифтом тоже выполнена у нас по-другому. Вот так вот выполнена зона. Такие матовые панели. Здесь у нас колясочная зона. Кстати, домофоны здесь обыкновенные, но новая система. Итак, мы с вами находимся во дворе. Видим то, что весь двор у нас в яркой брусчатке, очень красивая брусчатка. Входы в подъезд со стороны двора выглядят вот таким вот образом. Сразу рядом с выходом из подъезда у нас стоит вот такая лавочка и мусорный контейнер. На той стороне двора у нас расположена беседка для отдыха. Вот он, пандус. Также заметьте то, что пандус у нас в брусчатке. Смотрите, вот она, детская площадка. Все на специальном покрытии. И можете посмотреть, как выглядит комплекс со двора. Вот первый у нас дом. Вот такой в виде высотки комплекс. Кстати, вот в виде высотки комплекса у него есть общие балконы. Мы с вами находились вот в этом комплексе. Так, на той стороне у нас также находится детская площадка. А, это не детская площадка, это места для занятия спортом. Тренажеры. Отсюда, кстати, можно разглядеть получше стройку. Это бесчетное количество кранов. Вот смотрите. Видите, да, сколько стройки?
Так, пойдемте на вторую часть, на вторую сторону двора. Такая аккуратная детская площадка с песочницей, все на покрытие, и рядом также идет стройка позади комплекса. Ну, смотрите, асфальт у нас проложен вокруг комплекса полностью. Хорошо, что не ездишь по бездорожью, нормальные дороги есть. Так, и там у нас идет основная детская площадка посередине двора. Ну, вот так вот выглядел комплекс Инжу-Арена. Надеемся, обзор вам понравился. Пишите нам комментарии, ставьте лайки. Это нас очень вдохновляет. Большое спасибо нашим постоянным зрителям. Мы вас очень ценим и любим. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!